Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. В одном из своих предыдущих видео я как-то упоминал о таком явлении, как психологический чёс. Подобно тому, как это происходит у артистов, психологи тоже любят разъезжать по нашей необъятной родине, останавливаясь в крупных городах: Екатеринбург, Саратов, Самара и так далее и тому подобное, то есть в областных центрах, находить там своих последователей, апологетов и, соответственно, арендуя какие-то помещения, размещая информацию по сети, рассылкой, подобно той, которую вы сейчас можете видеть на своих экранах, и, соответственно, привлекать людей, психологов прежде всего, к неким курсам. Эти курсы чрезвычайно любят психологи низкого пошиба, то есть люди, которые получили какое-то дополнительное образование, ну, предположим, упоминаемые мной учителя, да, то есть учила 30 лет детишек географии и истории, литературе с биологией, и тут под конец своей деятельности, значит, стала школьным психологом. Ну вот это как пример из жизни, часто такое происходит. Считается, что психологом может быть кто угодно, пройдя какие-то там курсы, повышение квалификации и так далее. И вот, собственно, вот этот чёс, опять пришло мне письмо, спам, информация о том, что состоится 9 июля в Екатеринбурге, состоится тренинг некого Радислава Гандапаса, самый популярный тренер России по версии того-то, лауреат книжной премии. Я допускаю, что это все достойные люди, люди, занимающиеся подобным чесом. Их очень много разъезжает. Странно только, что обычно это не летом происходит, но ближе осенью, весной. Летом появляются в основном преподаватели вузов. То есть они где-то преподают, значит, там, отпуск или еще как-то от университета, институтов. И они начинают ездить по провинциям, городам и весям нашей необъятной родины и получать, соответственно, деньги за то, что проводят некие спецкурсы, курсы и так далее. И вот здесь вот яркий тому пример. Ничего не имею против, еще раз повторюсь, против подобного рода тренеров, тренингов и так далее. Но, на мой взгляд, они оправданы только в том случае, если это действительно идет какое-то обучение последовательное, не просто наскоком, а именно повышение своей профессиональной успешности психологом, каких-то компетенций, очень модное сейчас слово, это я могу понять, когда это происходит целенаправленно, взвешенно, а не просто так вот, вот ведущий популярный тренер приехал в Екатеринбург, давайте, братцы, все валите, будем его слушать. Знать надо теорию личности, а потом уже надо знать, наверное, теорию, которую будет давать Радислав Гандапас. А подчас наблюдается строго противоположная картина. Вот такое краткое замечание к спаму в моей корзине, в моем почтовом ящике, вернее, если быть точным. Такая вот ситуация продолжает сохраняться, и она, к сожалению, не может радовать. Она только огорчает. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!